Всем привет! И с вами канал Алёнушкин хутор. Вот вечер. И мы вышли уже, козочек загнали в сарай. И вышли, чтобы перегнать свинку. Перегнали свинку мы вот в этот маленький сарайчик. Потому что уже у нее, как видите, животик опустился. Уже висит хорошо. И скоро она будет у нас потомство приводить. Поэтому отсадили мы ее обратно, отдельно, вернее, в сарайчик. Вот теперь она будет здесь у нас в сарайчике. Потому что видно уже, с дня на день она приведет нам потомство. Тут кричат у нас петушки наши. Тут кролики сидят. Пустили кроля опять к крольчихе, потому что он ее не покрыл. Дождались мы срока, даже больше, чем надо. И он ее не покрыл, поэтому опять они вдвоем здесь сидят. А здесь вот в сарае у нас Пеппа наша привела потомство. Вот наша Пеппочка. Пеппа, красавица. А вот там вот ее два... Ой, два малыша. Двоих малышей привела. Один папу, а второй просто черненький. На Пеппу никто не похожий. Вот два таких интересных малыша. Сама она небольшая, поэтому только два поросенка. Пеппочка, молодец, молодец Пеппочка, красотка, да молодец. Хорошая мамка, сделала кубло такое, смотрит своими хрюнтиками маленькими. Наша Пеппочка, мамочка наша. Такие красивые малыши. А тут в сарае у нас все остальные. Эту вот большую уже с малышом вот эти мы перегнали, я уже показывала. Вот он хорошо такой растет, упитанный такой кабанчик. Уже догоняет. И маму, и папу скоро догонит. Такой вообще хороший кабанчик. Вот хвостиками виляют. Хорошо у них здесь, сухенько. Выход на улицу, вот они там гуляют целый день. Загорают на солнышке. А вот мы пришли к нашим козляточкам. Это наша милашенька. Ее два малыша таких хороших. Две малышки, вернее. Это две девочки у нас. Привела нам наша Милка. Да, милашечка, молодец. Две девочки привела. Две красавицы. Похожи окраской в маму, а ушками висячими в папу. Папа нубиец. А мама альпичка. А где ты там почихаешь, малышка вторая? Спряталась. А вот она. Вот маленькая. Вот хорошая. Да, с белыми ушами. И с таким пятном красивым на лбу. И одна, и вторая козулечки. Что ты в камеру лезешь, милашка? А тут у нас еще одна свинка родила поросят. Вот тут они вверху все сидят. Пять штучек нам привела. Заботливая мамаша тоже сделала такое гнездо большое. Всю солому потаскала. Раз, два, три, четыре. А пятый там, наверное, за ней. Черненький. Тоже три на папу похожих. Бело-серые и два черненьких. Пока не знаю, мальчики, девочки, без понятия, кто и где и что. Ну, вот такое вот у нас пополнение. Опять же, в течение трех дней. Вот наши хрюндички. Наши малыши уже бегают. Вот такие трое в папу получились. Интересного расцвета. Ну, точно копия папы. Копия хряка нашего. А двое, наверное, две свинки, потому что такие маленькие. Наверное, белые, я думаю, кабанчики, а свиночки меньше такие. В маму пошли. В свинку. О, еще один выходит. Ой. Бегают цуцики.
четверо, пятый вот здесь вот спрятался. Возле свиньи лежит. Греется. Уже вот 3 дня им уже подросли, уже бегают вовсю. Уже выходят из гнезда своего. Здесь сарайчик, им светло, вот окошко. Мы еще и лампочку оставляем включенную. Так как здесь коза еще с козлятами в соседнем загоне. И вот свинка с поросятками. Вот крутятся клубочки. Клубочки. Идет пятый, пятый идет. Его на фоне мамки не видно. О, о. Такой же мелкий. Пятый, такой же мелкий. Такая она. Беспокойная такая. Во всяком случае, к себе подойти никогда не дает. Диковатая. Хотя приручали мы ее и гладили постоянно с маленького, когда они кушали, но все равно. Вот такое вот у нас пополнение. А тут еще одна наша мамочка. И тоже у нее 2 поросеночка. Здесь черненькие поросятки. Вкусно, что ты там хрумаешь? Сенка хрумаешь, да? Засранец. Ах ты! Мой козел. Сейчас покажу. Вот тут вредный мой козел. Ах ты, засранец, да? Я дверь придерживаю ногой. А он мне готов ногу выломать, так лезет сюда. Вот, заботливая мамашечка. Сама она черная, копытки белые. А поросятки чисто черные получились. Хотя кабан такой мраморный. Получается бело с таким немножко серым. Вот она сделала им такое вот хорошее кубло. Буквально мы ее перегнали позавчера. А сегодня она уже вывела их. Ну, уже они такие живчики. Уже в кубле шебуршатся. Она такая заботливая мамочка. Вот в корыте ей еда. Что-то она даже все не съела. Яша, уходи отсюда, Яша. Яша лезет куда только может у меня. Козел мой. Не дает снять видео. Вот такая вот наша свиночка. Тут сарайчик был для курей. Вот даже еще гнезда, палки. У нас здесь цыплята сидели зимой, окошечко здесь. Как бы сарайчик небольшой, сухенький. Ну, для одной свинки она такая небольшая. И 2 поросяток само то. Места им хватает. Он теплый. Здесь вот сбруса стена. Это основная стена сарая, которая стоит на фундаменте. А тут такой получается, как пристроечка. Пристроен из досок. Там оббиты вот немного рубероидом, наверное, да, рубероидом. И вот там накрыт тоже шифером. Как бы, ну, здесь не капает, не задувает. Здесь как бы сухо. Немножко щели есть, но нормально. Уже весна, уже тепло. Поэтому вот наша свинка обитает здесь. А здесь наши красавцы, козочки наши. Вот наша милашечка, мамочка. А это ее девчонки. Вот девчонка одна. И вот девчонка вторая пришла прямо ко мне к ногам. Моя хорошая, моя красивая. Да, милашка. Вот такие вот, вот такие хорошие, вот такие хорошие, вот такие ласковые девчульки. Ушастенькие, красивые такие.
Вот одна и вторая. Ручные такие, хорошие мои, да, хорошие. Пока они в сарае, не выпускаем, потому что похолодало очень. И как-то я их не выпускаю на улицу пока что. В сарае здесь лампочку включили, здесь тепло, светло. Да, милашечка, мамочка ты наша, да. Скажи, пока что сидим в сарайчике мы. Хорошая девочка, хорошая. Да, хорошая. Что-то они у меня тут нашли. И тимокают. Что вы меня тимокают? У меня сиськи нету. Ну, вместо сиськи. Ты чё? Да, вы толстенькие, наетые. Дай покажу, какое у тебя вымя. Дай. Не покажет. Не покажет. Не покажет. Не покажет. Малышечка, малышечка, хорошая девочка. Ай, хорошая. То милашка. Кричала, стояла, кричала. Зашла вот ее погладить. Она любит, чтоб ее гладили. Да. Девчонки у нас скачут. Хвостиками машут. О, сиську нашла. Да, сисю ищите. Убегает ваша мамка. Убегает ваша мамка, да. Малышуньки. Ой, попрыгуньки маленькие. Такие хорошие. Такие хорошенькие, да. О, прямо уже на руки заскакивает. Хорошие девочки такие. Ой, перекините меня. Хорошие, хорошие. Вот такой красивый у нас закат. На улице тишина. Вчера был очень сильный ветер, а сегодня просто вот такая вот тишина. Очень классно на улице. Под вечер. Днем тоже был ветер и очень холодно. А под вечер вот потеплело и стихло. Просто замечательная погода.